收拾差不多了，赶紧出去去医院拿个证明。明天出发啊？对呀、啊。明天下午还早上出发呀？早上吧。早上去，然后休息晚上。对呀、啊，你看我们来的时候，我不是是最后有计时秒。我们中午拿到证明，我记得特别紧张、啊。然后直接出门，那这个医学中等证明书对吧？嗯。就是在医院拿了，在宜兴妇幼那个里面对吧？然后现在也要有的，不然的话不让上飞机。长安呢？爸爸开走了。啊？他说。妈，爸爸拿去哪里用也好，那你收到去的。你要去？我打给他我。爸爸，我给你给我也好，我在上班不去的。嗯，你开车去，他不在家，我们只能开这个车。装六去了。对。行吧，原谅他。这老车真的被他们洗得连漆都掉下来，你们看。我们到医院了。就这个吗？没想到上学的时候来到这里，看那个。做体检呀啥的，现在来拿证明怀孕了。但是видишь, как хорошо, когда две машины. Папа по работе на Чанане уехал, а мы вот на этой. Да. Отлично. На третьей купить, чтобы Оля тоже ездила, да? Да. Скоро очень. Когда подрастет, Вань. Да, у нас ты будешь зять будет покупать, да, Наташа? Да. Да, говори. Да. Но нельзя хуже, чем который мы покупали, да? Да, 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 да. Uh-huh. 到了。这边是公立医院是吧？公立医院。在这里 B 超已经做好了，现在要做个心电图，然后，做完心电图要去看一下妇科，因为妇科医生只能给你这个证明，紧张的。哎，这不你妈的同学吗？那都对呀。微信没在接了对。对。Экокардиограмма. Хорошо. В прошлый раз, кстати, я в Китае когда делала, у меня было очень низкое, что-то 40 ударов в минуту. Ой, это совсем низко. Да, вот тут. Угу. Ну, во-первых, скорость какая. Сейчас я посмотрю скорость этой экокардиограммы. Да, у тебя тахикардия синусовая. Давай сейчас посмотрим, я сделаю уже. Зачем бы я повела твой сват? Ха-ха-ха. Хорошо. Сейчас я электроды покажу. Вот. 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 А, это же итог就是这个是吧？对。全世界医生写的字是不是都看不懂？看不懂，我自己都看不懂。Нам надо эту справку взять. Это какую вам справочку? Для самолета, что лететь. Ну, во-первых, это вы будете брать справочку, но я думаю, вам навряд ли кто даст такую справку, потому что, знаешь, это, во-первых, тахикардика синусовая, во-вторых, у тебя такой срок и двойня, это что? Навряд ли. Навряд ли кто-то даст. Да. Это гинеколог, терапевт, это все решает, но навряд ли такое будет. Никто на себя не захочет, да? Да, такой ответственности на себя никто не захочет. Ну, очень уничтожен. Не важно, кончу уничтожен, кончу уничтожен. Я пойду зайду к ним быстро. Mm-hmm. Да. Давай я тебя здесь подожду. Хорошо, да. Здесь вот хочу кончить еще. Кончу. Хуже, не сильно. Да что, не вижу, сердце у меня немного упало. И вот, здесь я его写的是做 B 超的时候是那个胎盘有点低啊，就不能。就可能真的不用坐飞机，因为这个是在这里是妇科，你就不能排了，儿科、妇科都在一起。我外面等你吧啊！好好好。
сказали, да, сказали, хозяин, потому что низкое предложение пациента, или уже 30 недель. Вдвоем вообще до 28 максимум, говорит мама. Да, у нас уже 30. Ничего страшного, здесь будете рожать. Люд, у нас и хорошие врачи. О, как ни мапи, очень хоть чинсон, а вот чинный хенеша. Это же такое дело. Мы билеты уже купили на этот номер. Ну, билеты всегда можно сдать. В конце концов, здоровье дороже, чем вот это. Тем более, врач сказала вам, что нельзя. Так что успокойтесь, а мы очень рады. Что, моя? Будем здесь тогда. Сейчас тебе стол не дадут, да? Нет. Ну, все.我也不知道说什么呀。怎么办呀？这个机票也退不了了。不太想在这里生的，我感觉。不是说这边医疗条件不好，是？不是那么长时间在这里。回不去。待位也就上不了学，还有后来就五个人回去太麻烦了。我家里还有两张画没画，我跟别人说好就一个月回去的。不管怎么样，不要哭，哭了之后对身体不好。没事，你说我们什么时候能回去呢？我要生呢，到九月底十月初，然后孩子满月就。满月也不能走，对呀、啊，就是满月之后才能走，还要做所有的这些东西啊，你要自己取阿拉木图，所有的证件呀都很麻烦，对吧？至少半年。嗯。没事，你们家这么多人。嗯。我到时候让我爸爸妈妈过来看看就行了，没总有人照顾你的。就我工作稍微麻烦一点，真的。你要不一个人回去？我一个人不回去。我不能丢下你，我戴维生出来的时候我就错过了。妈妈开心死了。你妈的这个，不是你妈妈的这个表情真的是，我想都没想到。我蛮喜欢这边，但是我不想让你在这边生活。那边都安排好了，月子中心我都去看过了。月子中心想的没，这边没有。唉，没有别的选择了，现在。嗯。留在这边吧。我在这边待过时间最长，那倒是就是上次，待了一个多月。嗯，没办法，现在要最起码半年。身体重要，身体重要。实话实说，我刚才心里面想的嘛，可能是工作，因为马上三个孩子，我可能钱不够，对吧？总会有点压力。想想办法吧，想想办法。你就安心待在这边，待这边，待这边。真有什么事情，我如果回去，我不会超过一个礼拜我就回来。好的，反正你现在去的时候就比较方便嘛，对吧？来回都比较方便，你放心好了。我反正尽量，我一天都不想错过。我上次我们结完婚，你怀孕之后，我们办完婚礼我就走了，然后戴维生完之后一个月我就走了，我不想再错过第二次。应该不要等这个车呢，就要直接回去。我的问题。是我的问题，我坚持要留在这里等这个车。应该听友的朋友就早点走。对。那留着吧，留着吧。嗯。还有什么办法呢？没有。那纪录片没法回去拍了，我刚想起来。就是。完了，把导演给坑了呀。哎。导演的纪录片拍到一半。就是，你要赶紧跟他联系说一下。你别哭了，别哭了，没事，没事。嗯，没事，你看看你妈的妈妈的表情，你就不要哭了，她多开心啊！人家一直看着我们。如果欺负你，你别这样。但是，ладно, не расстраивайся, наоборот хорошо. Я понимаю, что в Китае медицина очень хорошая. Знаю. Но у нас медицина не хуже. Я же родила как-то четверых детей, ничего страшного, поэтому не переживай, все нормально. Да я не насчет это, я то что так этот полгода у Ивана работа и все вот это. Ой, ну господи, с голоду не помрем, не переживай. Ничего страшного нет. Посуду Оля будет мыть. Я буду нянчить, помогать. Все, смотри, я месяц ничем не буду заниматься. Так что ничего страшного. Я, допустим, наоборот, очень обрадовалась, что тебе не разрешили. Мы видели. Очень обрадовалась. И папа, думаю, будет рад.
ничего страшного. Будешь здесь писать картины и продавать их, так что... Отправлю в Китай. Отправишь в Китай, проживем. Да-да-да, ваш пейзаж как раз. Да. Ладно, Наташа. Уходи. Сочувай, нет, я ничего не делаю. Я сейчас не знаю, что ты... Я тебе телефон. Сейчас я посмотрю на свою мать. Да, это смешно. Это смешно. Ну, иди, Черри. Черри. Что вы собрались? Завтра во сколько едете? Никуда не едем. Как? Мы только что были у этого гинеколога, она нам справку не дала, сказала, сделали кардиограмму, сказала, чуть-чуть учащенная, и из-за того, что там уже 30 недель и низкое приближение плаценты, сказали, нельзя на самолете лететь, так что мы остаемся. Ой, ну и я рада. Будете дома, боже мой. Я уже поплакала. Я вообще рада. Садики, наверное. О, заглохнули, да? Сейчас. Ой, пой, я красиво. Чего, бля, в гости? Чего, хула? Ты че? Да сейчас вы меня обрадовали. Вообще, классно, я... да? Я вообще... Ну, я-то обрадовалась. Я тоже. Слава тебе, Господи. Ура, ура. Таша, останусь с вами. Я буду правнучек видеть и немножко подержу малышек, поэтому я рада, очень рада. Наташа, я чего услышала, что ты не поедешь в Китай обратно? Нет. А что случилось? Короче, мы только что сходили, этот кардиограмму сняли, УЗИ сняли, и этот гинеколог посмотрел и сказал, что из-за того, что низкое предложение пациента уже 30 недель, уже нельзя на самолет. Опасно, да? Да. Уже опасно, так что мы остаемся. Ну классно. Все обрадовались. Нянчиться будем. Смотри, сколько у нас лялек теперь. И говори, будем все нянчиться. Я говорю, Ваня, у меня был единственный шанс приехать в Китай, родить, лежать, ничего не делать. Все бы за меня делали. А вот. Теперь нет. Ну смотри, мама, ты сказала, что Оля посуду будет мыть. Оля будет мыть посуду 100%. Да. Прабабушка приедет помочь. Помогать. Ничего не переживай, он Катя недавно родила, посмотри, как хорошо выглядит. Да. Как будто не рожала. Да, как будто и не рожала. Так что не переживай. Я лишь Антая. Я так рада. Ну все, теперь остаемся. Да, я так рада вообще. Мама, хайсин дадок. Ура, ура. Хайсин дадок чангала. Остаетесь, да, значит? Да-да-да, у меня же нет выбора уже. Ну вот и хорошо, Ваня. Смотри, сейчас останетесь. Впереди у нас осень. Рыбалка, охота и все прочее. У нас здесь тоже и осенью, и зимой вообще хорошо. Мы работаем и отдыхать умеем, и все. И вот здесь можешь тоже, знаешь, какие пейзажи у нас здесь красивые, осенние. Это правда. Когда вот эти листья у нас пожелтеют, они разноцветные, такая красота. Мне вообще осень очень нравится. Ваня, можно, да, красивые, можно, да, картины пописать. Какая здесь живописная у нас эта природа. В конце августа поедем фисташку собирать. Ты собирал, ел фисташку? Кушал ее, да? А ты видел, как ее собирают? Натуральную, не такую, которая продается. Я говорю еще один раз, я хочу повторить, что зимой здесь очень красиво. Ты увидишь, как здесь прекрасно. Когда идет снег большими хлопьями, все это накрывает. Какая здесь дичь, утка летит, охота, это вообще... 给妈妈打电话说一下，我们就不去了。为什么呢？因为妈妈在医院没有拿到证明。就不能坐飞机了，对吧？对，就不能坐飞机了。嗯。我们今天去医院那边拿证明，然后他说，医生说这个已经30周，对吧？就不能坐飞机。 因为我们一开始因为可以做的，双胞胎好像就要26周已经就不能做了。哦，还这样。啊，对呀。这不回来嘛，也好，也转机。啊，没事，你们不会想我们吗？哈哈哈哈哈。哎，也没办法哈。没事，到时候可以让爸爸妈妈来，对吧？对。啊。 嗯，哎，我们今天都，我们这倒是都那个心情不好，我爸妈他们心情好呢啊。拜拜才是最重要的。嗯。你腿。
好了，现在。